Друзья, всем привет. Всем приветище. Что, гулять идем? Идем? Да, сейчас идем. Пошли гулять, идем. Я в шоке с этого кота. Он пришел домой, ну, где-то минут 20 назад. Покушал, гляньте, какой бутузик кругленький с утра, сверху. И пошел опять гулять. Ага, понятно. Это то, что он землю гребет, а между пальцев набивается вот эта земля. И он с такими грязнющими лапами приходит домой. Ладно, дружище, занимайся. Закончил кот свои дела делать. А, тогда за пальцы об себя чистишь, наверное, да, кися? Только что дал я троим котам, именно котам. Ну, рыжий так. Так уж получилось, что рядом был. Дал алиментарной серы. Вот не знаю, что именно у котов зимой сыпется шерсть. У пони и у Сэмика. Маленькому за компанию, как говорится. У девчат ничего. У Люси и у Мани. Все хорошо. А вот у котов, я не знаю, либо это аллергия на холод. Такое тоже бывает, я не знаю. Ну да, взял фарш недорогой. Намешал туда серы через букву А. Алиментарная. И дал. Идешь, рыжий. Она дается всем животным, не только котам. Она специально продается за магазинах, ну, за ветаптеках, вернее. Вот, я уже когда-то говорил, она для хорошей шерсти. Вот Собакин был такой, когда был маленький, это было в 2014 году, вот ему 10 лет будет. Он такой лысый был, его гладишь, а он такой, аж скулит, ему больно было. И вот этой шерстью мы его выходили. Лучок зимний. Рудик. Идет. Маленький мужичок. Шо, бутузик? Ты тоже серы покушал? Покушал. А где Маша и Люся? Я не знаю. Дома их нету, где-то гуляют. Потому что на улице тепло. Сейчас плюс 5 на улице. Всю ночь шел дождь. Сейчас вроде как дождь успокоился. Да, кися? Ну-ка. О, листик, игрушечка. Еще один. Вот это что, он мокрый. Он немножко обсох. А зашел вообще такой в хлющ мокрый. Ладно, пойдемте глянем, что у нас там на нашей дикой природе. Слушай, игруля. Вот начала расти трава. Это пырей. Молодая трава. Здесь у нас это чистотел. А ну, интересно, он рабочий? Сейчас посмотрим. Да. Молочко тоже есть. Не так, как летом, но есть. Декабрь, друзья. Рудик сегодня в одиночестве. В кошачьем. Сопровождающим они нету. Даже интересно, где она целую ночь с мамашкой промышляют. Тык-тык-тык-тык. О, лапищи. Так, идем дальше смотреть. Сегодня суббота, но есть кое-какие дела, которые надо делать. Сейчас попьем чайку и поедем. Под лежачий камень, вода. Это че? Класс. Тут хорошо в любой день. Независимо от того, солнце, дождь или еще чего-то. Кися, ну-ка догоняй.
Рудик фары забыл включить. О, какие-то газики выходят из дна. Эти идут бульбашки. Кто-то там газует на дне. Вот, вода уже практически очистилась от льда. Вот немножко с этой стороны тонкая корка осталась. Вот откуда брались пузыри подо льдом. С дна. Посмотрим, что у нас на большом озере. Здесь у нас опять рыжий. Опять рыжий, опять вылизывается. Да, все, лед сошел. Зритель моего канала спрашивал. Тоже любитель. Такой страстный любитель. Рыбалки на хищника, на блесну. Вот, смотри. Льда нет, озеро чистое. И вода чистая. То есть сейчас как раз можно пробовать блеснить. Я сейчас поеду по делам, если останутся у меня силы и желания. Приеду, тоже попробую побросать. Вот какие тучи. Я так думаю, что дождь сегодня будет обязательно. Ну и ладно. Дождь так дождь, да? Ходит Рудик, лапами трусит. Ага, надо же и так, и сяк. И туда, и сюда. Он настолько уже привык кататься назад. На мне с озера домой. Сейчас попробуем поймать его. Рудичек, кисюня. А ну-ка, иди-ка сюда. Опа, поймался. Все, пойдем. Пойдем, мы, друзья. Всем приятных, хороших выходных. Всем мира, добра, всем большущее, огромнейшее спасибо. Вот так мы умеем кричать. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.